Всем привет, ребята! С вами я, Шон, снова на новом видео. Вы на канале Шон Гейм Рум. И сегодня мы на новом видео расскажем о по серии «Что в коробке?». Часть вторая. Ну, можно сказать, серия вторая. В прошлом видео вы видели, что у нас появился флешки и другие, и, конечно же, диски. Сегодня поговорим из китайские вещи, которые у нас сегодня привезут. И сегодня я получу в подарок вот это. Это у нас колонка. Что? Подожди-ка. Колонка что? Ладно, это колонка. Это у нас колонка называется Table Pro G2. Вот, как можно сказать. Это пародия на Bluetooth колонка JBL, можно сказать. Эта флешка сделана из Китая, конечно. Он выглядит просто одинаково, и он такой же wireless. Еще он у него... на пользование компьютеров, телефоны, планшеты и, конечно же, геймерские консоли. Это просто гениальная штучка для музыкальной. Он просто гениальный. А здесь у нас находится, как всегда, то же самое. Это у нас wireless speakers. Это у нас есть кнопки. Давайте просто я вам скажу. Один, который находится на AM. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре. Расскажу. Один это M. Mode Key для Bluetooth, USB, TF-карт и, конечно же, Lanini. Что там, радио? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Да, коллеги, друзья, вы просто не обижались. Там, в этом колонке, есть FM-радио. Он просто гениальный. Ну, это просто сделано из Китая. Там есть антенна, конечно. Только не на вот этом. Внутри. Так, у нас волюм или, конечно же, 4 просто работы. Мы не будем терять времени. Погнали открыть. Такое. Ну. Вот так. Это у нас специальная вот этот колонка. Мне дали его в подарок, просто мои родители дали мне в подарок. Они просто дали мне. Вот, как вы видите, это то самое, как я вам говорю, то самые кнопки. И, конечно же, наоборот, есть вот такие замечательные кнопки. И, конечно же, смотрите, резинка. Прикольно. Если кто-то тоже нравится, жмите лайк. Теперь у нас здесь есть все кнопки, как вы понимаете. И здесь у нас гениальные кнопки. Здесь у нас кнопка включения-выключения, кабель вставляем для USB, USB-порт для заряжения, это у нас для заряжания, это у нас для, можно поставить музыки, у нас есть даже папки, и, конечно же, подключение для SD-карт. А сам у нас это колонка, он даже работает через Bluetooth, он даже может ответить и даже включить. У него есть микрофон, просто прикольный, антенна внутри для FM-радио. Он просто гениальный, у него может еще стоять, смотрите. Вот так. Это просто гениально, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Инструкции у нас там нету, пока это у нас все. Это я пока сохраню наверх. Все. У нас мы еще в комплекте последнее микро-USB, чтобы заряжать его. Мы пока положим его пока в сторону, чтобы он нам не мешал. Так, значит, колонка это такая, идет вот такая. Там наверх есть подсветочка. Он... О, вау, какой у него запах. Вау. У него резинка такой золотой. Красивые кнопки. Вот кнопки M, плюс, минус и, конечно же, кнопка. USB-порт, SD-карточка и, конечно же, выключение-выключение. Давайте включим его и посмотрим, если он заработан. Ну, давайте начнем посмотреть. A few minutes later. Итак, даже для этого я буду пользоваться через Bluetooth с моим телефоном. SD-карточка буду пользоваться с моим 4 гигабайта, там есть песни. И, конечно же, моим 8 гигабайт песнями MP3. Ну и, конечно же, проверим FM-радио. Ну что ж, погнали это делать. Later. Ну что ж, как я вам сказал, вот я принес микро-USB, потому что мы разряжем. И давайте поставим. О, смотрите, что делать. И, кстати, да, ну что ж, давайте его включить.
очень жалею, что у нас было один кол. Воу, вы не понимали? Там сначала в этом заставке там был звук от Windows 8. Кому-то уже понравился в этом колонке заставка от Windows 8, жмите лайк. Теперь у нас он рабочий. Давайте проверим на первых FM радио. А если он работает или нет? Поехали. Нужно зайти на FM радио. Нам же. Давайте зайдем на FM mode. FM mode. Так, все. Мы зашли. У меня пока здесь нету сигнала. Подождите, просто здесь нет уже очень сильно. Все. Извините, что я просто этот... ну, FM радио как-то очень работает, но... вот там антенна, только не может заметить, где это место, но я сейчас вам покажу, подождите. Только я... звук у него как-то хорошо работает. Просто гениальный. Ладно. Ну что ж, давайте проверим дальше. A few moments later. Ну ладно, у нас FM радио. А вот сейчас мы будем делать тестирование на Bluetooth. Да, вы не слышали, друзья? Сейчас мы выйдем туда на Bluetooth, и сейчас мы его подключим. Сейчас пойдем на Bluetooth mode. Bluetooth mode. Теперь нужно подключить нас на устройство, которое называется GT2. Вы найдете у вас на каждой колонке, вы получите такие имени. Подключаем на GT2. Connected. И у нас подключено. Ну что ж, давайте проверим какую-нибудь песню и послушаем нашего любимого песня. Артисты, которые возят, и сейчас мы послушаем моего любимого песня. Сейчас. И сейчас я вам покажу, какой песни я могу. Ну, это песня I'm Over You на Remix. Слушайте. Хороший звук. Просто отличный. Еще вон, еще. Можно даже вот так делать. Можно даже остановить вот так. Вот так. Остановить. У нас не работает. Можно здесь даже отменить, что еще нужно разжимать его долго. И вот так работает. Hours later. Ну ладно, давайте остановим. Можно его остановить через эту кнопку. И сейчас мы проверим, если работает у нас. Начнем из флешки. Нет, извините, карта памяти. Нам нужна для этого одна карта памяти, 4 ГБ можно взять. И подключаем его к нам на стартер. Видите, где-то здесь маленький. Под USB. Вот. Мы слушаем SD card mode. SD card mode. Окей. Вот. Понял, какая-то проблема. Или какая-то проблема с картой памяти может быть. FM mode. Так. Работает. SD card mode. Ладно, я вам покажу это в следующем видео. Немножко не работает. Я помню, что я его проверила. Был рабочий. SD card mode.
SD card mode. Вот. Да, странно очень с ним. Ну ничего, сейчас проверим SSL. Самое лучшее. Карта памяти. Подождите. Bluetooth mode. Line E mode. Так, флешку. Теперь проверяем флешку. A few moments later. Так, вот у нас флешка. Засовываем его в кабель флешку. Все. Вот так. USB driver mode. Вот. Он работает хорошо. Флешка работает хорошо. Вот так. Можно перевести через эти кнопки. Вот так, а это для громкости. Видите как? Я знаю, а это можно остановить. Просто прикольно, слышка. Все работает там. Просто прикольно. Кто-то тоже любит этот колонка с флешком и с градус. Жмите лайк! Later. Ну что, друзья, это был обзор про эту колонку. Сейчас его выключим и... И он даже может прикрепляться. Сейчас извините, он уже больше нету. Но он может прикрепляться, смотрите. Вот так. Он работает просто гениально. Ну что, друзья, это был обзор по этой колонке Table Pro G2. Кто-то тоже понравился, жмите лайк и подписывайтесь на канал, конечно. У вас вопросы, пишите в комментарии. И до встречи новых видео. Всем пока! Ну, подождите, это еще не все. Ребята, чтобы вы просто не окончались, просто хотел вам показать перед концом, как работает отличный сигнал радио на мой колонке. FM радио. Включаем. Так работает. Это у нас 91.3. Немножко сигнал нету. Вот сигнал есть. تحقيقات وتحريات صحفية مقابلة. بلاش ندخل النقاش إنه بس بدنا يعني. Ну подождите, это еще не все.
Друзья, только не отыскайте, у меня есть еще один последний момент, как работает SD-карточка на это. Я заряжала его, и его будет сейчас будет работать. Давайте поставим прямо сейчас SD-карточку. Вот так. Включаем. SD-карт мод. Вот. I'm feeling so cool. Top to the bottom, just... Это можно перевести назад или, или просто вперед. А это громкость. Можно его остановить. То, что мы хотим делать. SD, короче, работает. Кто-то нравится, жмите лайк.